Это видео в нашей программе по сети WhatsApp передали жители города. Как пояснил автор материала, в поселке Чапаевка произошло ДТП. Водитель автомашины Audi врезался в тротуарную плитку, сложенную вдоль дороги. Как говорят местные жители, в поселке идут дорожные работы, и как результат здесь участились аварии. Еще одно видео на адрес нашей передачи также пришло по сети WhatsApp. Запечатленное ДТП произошло днем 18 июня примерно в 2 часа на трассе Шымкент-Ташкент. Здесь столкнулись автомашины «Газель», ВАЗ-2109 и «Жигули». Помимо врачей и полицейских, на место ДТП прибыли и спасатели департамента ПЧС. Сведения о пострадавших нет. Сотрудники Мохтаральского РОВД задержали 22-летнего местного жителя, который подозревается в грабеже. В доме одного из жителей Мохтарала он, незаконно проникнув в дом, похитил 50 тысяч тенге. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. В течение короткого времени задержала подозреваемого молодого человека 1994 года рождения. Задержанный был доставлен в местное РОВД. В совершенном преступлении он полностью признался. Задержанному предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. Сейчас полицейские собирают следственные материалы для передачи в суд. Полночь на пульт 102 за помощью обратился житель улицы Бектаева. Полицейским он сообщил, что неизвестные лица камнем разбили окно его дома. Они меня сначала обругали, потом кинули в окно камень. Двое из них были пьяные, двое, кажется, трезвые. Они убежали вон туда. Я побежал за ними и задержал, пока не приехали полицейские, а потом передал их. Сотрудники полиции отвезли задержанных в местный РОВД. По словам молодых людей, к происшествию они не имеют никакого отношения. Сейчас полицейские выясняют, причастны ли они к этому правонарушению.